Хоккейный клуб «Адмирал» начал очередную домашнюю серию матчем с новокузнецким «Металлургом». Статистика встреч этих команд была полностью на стороне приморцев, поэтому они, как хозяева, уже на третьей минуте уверенно открыли счет. Владимир Ткачев оказался в нужное время в нужном месте и добил отскочившую шайбу. Получив не один раз большинство, моряки могли забить вскоре еще одну, однако вратарь гостей был на месте. «Металлург» вскоре смог сравнять счет. После ошибки в нападении приморцы подарили соперникам выход 1-1. Максим Третьяк, увы, ворота не спас. Хозяева смогли вновь оторваться лишь во втором периоде. После игры 4-4 «Земчонок» удачно пробил кистевой. За 4 минуты до конца третьего периода, казалось, все тот же «Земчонок» поставил финальную точку, забросив третью шайбу в ворота «Металлурга». Но гости запросили видеоповтор эпизода, после чего судьи зафиксировали положение вне игры и гол отменили. Кузню этот факт обрадовал, и команда свела игру на ничью – 2-2. Пришло время овертайма, и к радости приморцев до булитов дело не довели. Уже на первой минуте дополнительного времени Веснювский забросил свою первую шайбу за «Адмирал», которая и оказалась победной – 3-2. Хорошая боевая игра, взяли очко, чему рады. Ребята отдали сегодня полностью. К сожалению, в овертайме был момент у нас у первых, мы забили, но сделали ошибку, пропустили. Вроде хорошо, считаю, очко потеряли, имея столько голевых моментов, я думаю, еще в первом периоде могли все решить. Но вратарь соперника сыграл здорово, не позволил нам этого. Но все равно нельзя было, я считаю, пропускать такие шайбы в конце. Все-таки надо было уже играть более концентрированно. Следующую игру «Адмирал» проведет уже 17 ноября. На льду «Фетисов-арены» моряки сыграют с «Сибирью». Воспитанница Владивостокского центра спортивной подготовки «Амазонка» завоевала золотую медаль на чемпионате мира по самбо. Уроженка Приморья Яна Костенко стала чемпионкой в крупных соревнованиях, которые проходили в столице Болгарии, Софии. В финале 29-летняя спортсменка встречалась с украинкой Анастасией Шевченко. Бой шел в весовой категории до 60 килограммов. После нескольких неудачных попыток сделать бросок через себя, Яна перевела борьбу в партер и провела болевой на ногу. Всего поединок продлился порядка 2,5 минут. Эта медаль на чемпионатах мира стала для Костенко третьей. Впервые спортсменке удалось отличиться в 2012 году в Минске, а затем через год в Санкт-Петербурге. К слову, самбистка 6 раз выигрывала чемпионат России. Максим Яковлев, новости спорта на 8.